Один на один с Достоевским. Моноспектакль, который граничит с пронзительной исповедью, сегодня на сибирской сцене представляет Константин Райкин. Это подарок городу в честь Рождественского фестиваля искусств. История жизни гадкого персонажа, подпольного человека, заставляет зрителя по-настоящему работать, а не расслабляться. Неудобный и далеко не самый кассовый спектакль театра «Сатирикон» выбрали для Рождественского фестиваля не случайно. Мелкий чиновник и блистательный артист. Кто бы мог подумать, что между героем Достоевского и Константином Райкиным есть что-то общее. Но именно этого самовлюбленного, а временами откровенно подлого человека артист называет своим сценическим двойником. Не случайно в тексте постановки вперемешку с авторскими строчками звучат и личные, биографические. Это вообще очень полезно артисту играть отрицательные роли. Таким образом, играя и эту скверну из себя, исторгая, и, так сказать, ее на сцене выявляя и превращая это в искусство, уходить от опасности быть таким в жизни. Главная декорация сцены – глухая панельная стена. На ее фоне – несчастный человек, словно приговоренный к расстрелу. В таком узком пространстве не укрыться никому. Ни артисту от беспощадного зрителя, ни зрителю от гневного персонажа. И кто победит – каждый раз загадка. Первый показ спектакля сопровождали бурные овации новосибирцев. Константин Райкин отметил, к такой благодарной публике привыкать опасно. Избалуешься. Екатерина Гагарина, Андрей Караваев, Вести, Новосибирск.